В муниципалитете сотни жалоб горожан и гостей курорта на владельцев собак и кошек. Домашних животных выгуливают и в парках, и во дворах. Но убирать за своими питомцами никто не собирается. В результате по утрам зеленые зоны и тротуары выглядят, мягко говоря, непрезентабельно. Кстати, во всех городах мира за такие нарушения санитарных норм предусмотрены немалые штрафы. Поэтому на прогулку с четвероногим другом все отправляются, имея в кармане целлофановый или бумажный пакет. Так будет и в Сочи, утверждают в мэрии курорта. На ближайшей сессии городского собрания будут утверждены правила выгула домашних животных. За нарушение санитарных норм владельцев четвероногих питомцев будут законно штрафовать. Город наш другой. Город, который круглый год находится в положении, когда гости едут. И, конечно, гости смотрят по-другому, обращают внимание на то, что происходит. Обращают внимание гости курорта и на неприятные запахи на некоторых улицах города. А эти ароматы, в кавычках, как правило, верный признак того, что где-то рядом есть дома, не подключенные к централизованной канализации. Таких зданий показали рейды по всему курорту свыше 1000. Самая большая проблема у нас в центральном районе, где с частным сектором мы вообще не церемонились. Отключаем, идем. Но большая проблема в центральном районе, где огромные массивы, на Виноградной, скажем, в районе Бочарова ручья, где около 7-8 16-этажных зданий и идет открытый выброс. В мэрии уверены, Сочи водоканал нарушает закон о воде и водоотведении. Коммунальное предприятие снабжает водой многоквартирные дома, не подключенные к централизованной канализации. Глава города поручил юридическому управлению до конца месяца написать на Сочи водоканал претензию в прокуратуру. Также на совещании еще раз подчеркнули, что курорт продолжает работу по возврату этого предприятия в муниципальную собственность. Прозвучали на совещании и претензии к Сочи Теплоэнерго. Власти согласны с горожанами, которые жалуются на высокие тарифы на горячую воду и теплоснабжение. Перед Олимпиадой была проведена глобальная модернизация котельных и теплотрасс, подчеркнул глава города. Эти меры должны были в том числе и снизить тарифы, но этого не произошло. Итог проверок: Сочи Теплоэнерго – неэффективное управление коммунальным предприятием. На 70 котельных работает 1380 человек, в то время как на Туапсе на 61 котельную работает 300 человек. Почему в Туапсинском районе с таким же объемом работ коммунальное предприятие справляется, а в Сочи нет, руководитель Сочи Теплоэнерго ответить на совещании не смог. У администрации города есть претензии к оплате труда руководства Сочи Теплоэнерго. К примеру, у директора предприятия зарплата выше, чем у главы города. А кто разрешал такие зарплаты делать в теплосетях? Вы знаете, сколько директор теплосетей получает? Это то предприятие, которое у нас, по большому счету, то предприятие, которое у нас убыточное. Представьте себе, зарплата только 185 тысяч у руководителя. Мэр получает 4 раза меньше, чем руководитель муниципального унитарного предприятия. Зарплату со мной согласовать, это предел должен быть такой же. У руководителя МУПа должна зарплата быть, сразу же говорю, не выше, чем у меня. Понятно это? Это для всех. Поручено в течение 2 месяцев проверить финансово-хозяйственную деятельность всех МУПов курорта. Тратить деньги на высокие зарплаты и содержание дублирующих должностей в нынешней сложной экономической ситуации – это непозволительная роскошь, подчеркнул мэр. Сокращение расходов идет и в администрации города. До конца апреля штат работников, занятых в обеспечении работы муниципалитета, сократят на 500 человек. Сэкономленные средства будут направлены на социальные программы и поддержку малообеспеченных граждан. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.